Відкрита трибуна. На вашу думку, чи варта українська продукція світового ринку? Я вважаю, що так. Якщо ми способны будемо привлечь інвесторів, то довольно-таки много в Україні умних і світлих голов. Пусть производительний фактор немного страдає, но я думаю, производство способно нагладить. Поэтому думаю, что да, все-таки достойно. Я считаю, что варто очень. У нас очень хорошее качество продукции. Я работала на шахте, у нас очень высокое качество руда, 57%. Потом у нас хорошее, высокое качество хлеб. У нас хлеб много разных сортов. И продукция хлебная тоже хорошая. Я думаю, да. Наша продукция, тем более да, на том уровне, которая, ну, то есть она находится на очень высоком уровне. Сравнительно в тех условиях, в которых она сейчас может развиваться, мы идем большими шагами, я думаю, к успеху и к европейскому рынку. Та продукция, которая производится в наших условиях, имеет очень высокую конкурентную способность, в принципе, да, с другими странами. И, в принципе, ну, то есть она держит определенную планку. Это как производство авиадвигателей, хлеб, та же металлургия, множество сфер нашей деятельности, да, то есть в нашей стране. Сейчас ну, проходят определенные, ну, определенную модернизацию, что еще, новые технологии испробуются. Я думаю, есть рост, есть прогресс, и всем, да, и у нас все будет хорошо. Це залежить від продукції і залежить від виробника. Якщо бути чесною, то я вважаю, що наша продукція варта, але дивлячись яка. Якщо вона проходить світові стандарти, то, звісно, вона варта світового ринку. І подорожуючи світом, я знайшла відповідь, що мені не вистачає чогось українського, чогось справжнього. І я знаю, що багато українців зараз також десь по світу розкидані, і їм би хотілося чогось українського. По-перше, це українська аудиторія, а по-друге, якщо українці зможуть довести, що український продукт вартий світового рівня, він буде вартий. Ну, насправді так, варта. Є багато в нас підприємств нових, є багато стартапів, багато нових компаній, які починають розвиток свій з виходу на міжнародний ринок і потім, скориставшись нагодою там, використовувати свої здобутки, якісь виходять на український ринок. Тому, звісно, доля цих компаній невелика, але молодь і такі люди, яким там майже 30+, намагаються робити доволі конкурентну продукцію, користуючись інформацією та користуючись знанням світових ринків. На мой взгляд, украинская продукция достойна мирового рынка, потому что на данный момент украинские производители не входят в топ рынка, и поэтому они все больше и больше стараются сделать свою продукцию качественной, сделать все так, чтобы людям понравилось это. И поэтому сейчас многие украинцы, многие молодежь, наше поколение пытается покупать в то же время украинскую продукцию, просто потому что она хорошая. Это цена-качество. Если брать какие-то зарубежные продукции, которые считаются хорошие, они действительно будут качественными, но при этом очень дорогие. Открыта трибуна.